Недавно мне в Инстаграм написала женщина о том, что она хочет порадовать своего сына, но ввиду тяжелой жизненной ситуации она не может это сделать. Я решил подробнее разобраться в этой ситуации и узнал, что эта женщина – мать-одиночка, которая работает на нескольких работах, чтобы хоть как-то прокормить своего сына. Это новая серия шоу «Жизнь на прокачку». Меня зовут Александр Жучкин. Погнали прокачивать. Слушай, ну история, ну такая, все было нормально сначала. Мы 5 лет встречались там с одним парнем, и вроде все хорошо было, и потом, ну я узнала, что я беременна, и я думала, что он, ну, так обрадуется. Ну я ему рассказала, и он такой, типа, ну, классно, да, все, и там что-то надо по делам, ушел, а через, там, не знаю, может, полчаса, звонок в дверь, я смотрю, там девушка какая-то, я, короче, открываю, она говорит, а я Маша, я жена, и я тоже беременна, и, ну, блин, это такой шок был вообще, я, ну, мы с ней посидели, поговорили, понятно, никто там не виноват, да, и... Просто он оказался женат и, блин, еще с беременной женой. А это обычно, это трицератопс. Он, наверное, самый известный. Еще у меня есть вот кто. Какие тут у меня еще есть друзья. О, колозух. Это присмыкающийся. Ну, блин, ну мужики такие пошли. Как-то я... Сначала тяжело было, я так... Как-то это все. Ну, потом ничего, смирилась, что делать. Ну, конечно, он больше не появлялся. Я понимаю, у него там семья и все такое. Вообще, то есть я пыталась там звонить, понятное дело, как-то, ну, но нет. Тяжело это пережила. Но потом я подумала, что, ну, раз такое дело, надо как-то какие-то, не знаю, блин, плюсы искать во всем. И, ну, денег не было, экономили на подгузниках, ну, блин, зато ребенок там раньше на горшок сел, ну, сам. Игрушек тоже там было не купить, не достать, нам кто-то что-то отдавал, но, опять же, ну, фантазия зато у ребенка, там он может с камушками разными там играть и... Уже почти доехал! Молодец, ты есть еще будешь? Нет? Нет. Нет, ладно. Я работаю в садике, вот пошла специально в садик работать няней, чтобы вот тоже ребенка взяли там, ну, под боком, чтобы был как бы, вот. Ну, это удобно, опять же, накормлен всегда, ну и я тоже. Ну, зарплата небольшая, ну, так живем. Родители там помогают. Конечно, надоело. Ну, я думаю, что вы в курсе, почему я сегодня приехал к вам. И... Да. До конца вы, конечно, не знаете, что будет происходить. Но сегодня, буквально уже через полчаса, за вами приедет автомобиль. И мы с вами поедем в торговый комплекс, а именно детский мир, где вы сможете себе что захотите. Ты понимаешь, что сейчас твоя мечта может осуществиться? Да. Фей. Это динозавр или лего? Ну, я не знаю, надо посмотреть. Ну, а, мам, слушай, мне самому его не собрать, а ну, без твоей помощи. Придется постараться вдвоем нам, да? Конечно! Ладно.
нет, не та, не та, не та машинка. Такая же она вешается. А, так? Ну что, мам, уже что-то выбрал? Да, вот это. Неплохо. Ну что, в корзинку? Да. Давай, пошли дальше смотреть. Вау, тут крокодильчик какой-то. Ай, мама моя. Так, подождите-ка. Да тут динозавр. Во. Покажи, его что. Его тут кусили как будто. Он, наверное... Это у него рот открывается, да, еще? Ох ты, ничего себе. Опасно, опасно. Интересно. Друзья, пишите вашу мечту в комментариях. Даже если она окажется вам супер глупой, пишите, и, возможно, именно вашу мечту я исполню. А я смотреть сам себе игрушку тоже куплю. Вот оно, вот! Давай вот это. Вот и есть. Почему нет? Да. Там еще есть сокровища. Да. Я, знаете, что вам предлагаю, ребят? Я предлагаю вам немножко еще пойти покушать, потому что, честно сказать, не, прямо здесь. Мороженое едите. Я самый счастливый мальчик на свете. На самом деле до сих пор не верится, что это все с нами случилось, что вот это не сон, и мы не спим. Так что очень хочется сказать тем, кто там как-то не верит или боится, стесняется написать что-то в комментариях, да, свои мечты описать. Не бойтесь, пишите свои мечты в комментариях, и все возможно. Вот у нас сбылось, наверное, сбудется и у вас. Что спасибо огромное этому проекту. Прости, пожалуйста. Мы все тут растем, потеряем. А мне этого не нужно. Прости. Так, вообще-то. Как тут сколоть это? Нет, не, это просто он не знает. О! Вау! Мам, ты открыл. Я. Друзья, не стесняйтесь подписываться на мой инстаграм, потому что там я читаю практически все сообщения, там до меня можно достучаться, написать мне какую-то идею и просто быть со мной ближе. Ну а с вами был Александр Жучкин, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, ну и конечно же писать ваши мечты в комментариях, потому что возможно именно вашу мечту я исполню в следующий раз. Пока.